Как говорится, хороших врагов не бывает. Отойди от меня, отойди. Мне очень жаль, что в детстве ты оказалась там, где не следовало, и видела то, что не должна была видеть. Это была ты. Ты его убила. Ты столкнула его. Я тебя видела. Да, да. Но эту тайну ты унесешь в могилу. Ты никому не скажешь. И знаешь почему? Потому что я тебе не позволю. Хватит, оставь меня в покое. Отстань. Это зависит от тебя, Пандор. От твоего молчания. А иначе ты закончишь, знаешь, как кто? Как твой дядя, Луис Филиппе. Я на всякий случай заберу это. Ты ведь не собираешься ни с кем говорить? И особенно с этим полицейским, на которого ты нацелилась. Ты будешь изолирована. Я изменю решение только когда ты приползешь просить у меня прощения. Ты поняла? Спокойной ночи, Гарпи. Сладких снов.